Здрасте, здрасте, люди добрые. Нашел очередной зоомагазин. Смотрите, такой тут ассортимент товаров для аквариумистики и рыбки. А еще, что мне понравилось, сам дизайн магазина. Подальше отойду, чтобы можно было посмотреть. Видите, колонны все. Давайте я вам немножечко так по-быстрому покажу. А если вам понравится, я тогда в следующий раз приеду и запишу более подробно это все. Покажу и растения, и рыбок, и товары. Но тут, конечно, ассортимент достойный, я вам сразу скажу. Я уже прошелся, посмотрел немножко, ну, вообще супер. Вот тут продукция ИХАИМ. Причем тут есть скидки, много ценников перечеркнуто. То есть они распродаются, возможно, старые модели. Также тут есть JBL, естественно, который, правильно подметили, ребят, немецкий. Ну, многие не знали, а есть, конечно, такие знатоки, которых просто так не проведешь. Тоже JBL тут много, растения тоже в достаточном количестве. Тут еще многие обрабатывают, доставляют. Есть также корма, живые корма. Помните, я вам показывал уже, вот они в пакетиках продаются по евро 20. И артемия, и наупли есть, еще куча всего. У вас есть также, да, те в курсе, что это немецкая фирма. Тоже никого не проведешь. СО2, СО2 по-русски, если говорить, тоже там в большом количестве разные. И ценники очень интересные. Аквариумы. Вот, кстати, с стендком еще мне понравился. Можно зайти и посмотреть, вот, как оно будет смотреться. Вот оно. Вот. Все. Интересно. Красиво. Ну, давайте я вам еще, наверное, самое главное покажу. Рыбок, какие тут рыбки есть. Комплекты, наборы. Также присутствуют грунты, я вам показывал с другой стороны, но тут также имеется JBL, аквалит местные, клювалы, видите, и вот рыбки. Есть пустые аквариумы, здесь даже стерли. Правильно, не ошибся. Золотушки разные. Живородочка. Ценники. И причем рыбка, я вам скажу, достаточно такая интересная, красивая. Не видно, что она больная, потому что она здоровая. По крайней мере, я вот прошелся, не увидел больных рыбок. Ну, вот так вот, например, хелены. Вот хелена тут 3,50. Это просто ходили со знакомым, смотрели. Вот много мелкой рыбки. Также тетрадончики. Красавцы, маленькие, красивые. А вот где ценник тетрадона, я не увидел. Улитки, улитки, улитки. Не знаю, не нашел, ребят. И тут вроде нету тетрадона. Либо он по-другому называется. Вот еще какие-то интересные сомики. А вот они названия. Ну и ценник, конечно, интересный тоже. А также тут пчелки есть. Это вот креветос какой-то, как фильтратор, что ли. Ну да, он самый. Так, ну, вот он фильтратор. Вышел 12 евро стоит. Удивительно. Так, ну тут просто обычные креветки. Это нам не интересно. Вот это, по-моему, что это такие? Непонятные. Ребята, улитки,
Ну тоже живорот. Ух, я вам сейчас еще в конце покажу гупюша, который мне понравится. Ну и, конечно, и ценник у них здесь, конечно, побольше, чем для обычных живородок, для обычных гупюшек. Подороже. И еще, ребят, нашел, присмотрел, конечно, не ризианцев, но другая рыбка, тоже, я так понимаю, из этого рода, но цена кусается, брать одну-две штучки неохота, конечно, но не знаю, пока думаю. Так, вот данишка, евро 80, обычный дань, а вот данил даже по 2,50, размеры разные. Сравнительно, да, у нас и 2 евро, да, не так. А вот бика, нифт, айди, шайбы, лофи. Короче, я что-то офигенно читаю, что просто аж стыдно пока. Ну ничего, я учусь. Как эти, забыл вот, ребята. Ну, красивая тоже рыбка, вылетела с головы. Ну, я не про скалярии, а вот радужница вот так. Красотка. Внизу скалярочки тоже с макропудиками сидят. Красотули. Так, ну вот, идем к гупешкам. Вообще, чтобы вы так немножко представляли себе масштабы. Вот туда. И вот сюда, смотрите, сколько. Вот обычные гупешки, они тут по 3,30. Вот обычно. Ну как обычно, они в принципе все тут красивые, интересные. Есть на что посмотреть. Конечно, если вы там бридер какой-нибудь, для вас это будет неинтересно, но для обычного обывателя, такого не зажравшегося, то это будет интересно. Интересно, значит? Интересно. И то, что какие красивые. Ну, мне понравились другие. Это обычные. Сейчас вам покажу, которые мне понравились. Я думаю, что вам тоже понравится. Вот они. Смотрите, как переливаются. Вообще, и горят. Вот они горят. Вот. Самцы. Тут самцы. Вот еще тоже гупешки. Тоже интересно. Это так похоже на филигрань, по-моему. Это как с эндлером что-то помешанное такое есть. Ну и вот, которые мне понравились. Еще одни. Вот те вы увидели. И вот еще одни. Смотрите, какая красота. Такие беленькие, интересные, ну вот как-то затесался еще он с самочкой, может самец, какой-то другой. Надеюсь, не помешает развитие, ничего не подпортит. А, ну также вот есть эндлера, ну, все у них обычно 3,30. Вот тоже, а эти... Я же вам не сказал, да, вот ценник. Эти 4,50. Те, которые мне больше нравятся. Так, ну тут еще цихлиночки. Что-то я своих уже по ходу рыбок пропустил. Похоже, да. Они, видно, были такие неприметные, что я их проскочил. Радостомусы, смотри, их сайт. Красиво плавает. О, даже фистимеон есть. Или это было по анфаксе? Еще не могу так сходу различить. По-моему, фундула. Очень-очень рот такой грозный. Но еще бликует, плохо вам видно. Стеклянный сом. Стеклянный сом стоит 8 евро. Скалярия. А скалярии у нас почему-то. Ну вот если эти анциструсы 16 евро, это большой. А вот скалярия
12 евро, 11,99. Вот их размер. Вот конга. Интересная, красивая рыбка, смотрите. Плавнички и все так. Все как надо. О, это котики, наверное. Надо не поклевали. Походу котики. Это цинклюсы. Цена 4 евро. Вот у нас по соседству тут. Ну, то, что я думаю, не он нам вряд ли удивлю, не он по 2 евро. Такой перерикохромис попугай. Катаду попугай, говорю. Это их попугай не так зовут. Интересно. Так, а ценник? Ценник, наверное, вот здесь. Вот, катаду. А, то тут не он уже 3,80. Где этот катаду? Не вижу катаду. А у него зато 19 евро. Но я и не вижу рыбку. Где-то она там, наверное, прячется. Но зато увидел, походу, они 15 евро. Ну, ценники вечи, да? Вот. Барбусы. Вот они, со стоечками, с барбусами. А, ну, это еще и вот разбора есть. Тоже. Ну-ка, почем у нас разбора? Вот. Разбора у нас 3,30. Так, ну... 4,30, этот у нас еще стоит улитка. Забыл, как она. Вот такие попугайчики обычные есть. Перерикохромисы. Ну тут блекловатый, наверное. За счет того, что грунт светлый. На светлом грунте ж рыбка она светлее. Ну, кардиналы. И вот тетрадончик. Сколько тетрадончик? Неизвестно. Да, неизвестно. Сколько тетрадон? Здесь, наверное. А, да, вот. 10 евро. Ну, ценники вы видите, да? Ну, барбусы не вижу, сколько там верхняя должна быть. Ну, я думаю, тоже немало. Ну, и вот дискусы. Красотуля. Они еще маленькие, конечно. Но все равно вот, видно королей аквариума. Разные цвета, они прям такие насыщенные. Четко отличаются прям, от других рыбок. Очень-очень. А тут еще по соседству, ну это для рептилий всяких, там, змей и тому подобное. А вот для рыбок. Вот корма. То, что я вам показал, там живые есть в пакетиках, а это заморозка. Вот еще растения. Ну вот кустики вот. 20 евро. Вкус. Амебиасы какие-то здоровые. Вот тут еще всевозможные. Вот такие поймали. Вот они мои любимые. Вот это, что я вам говорил. Вот я хотел Аризиас флавора, а это какой-то Аризиас латицепс, как-то так. Ну вот ценник. Я думаю, они такие же красивые, если еще в аквариуме отдельно будут сидеть, в хорошем красивом аквариуме, то там будет вообще бомба. Ну ценник, ценник. Я надеюсь, они тоже так, знаете, гроздья там располагают, ну, носят и также на растения их оставляют, но пока для меня это очень дорого, 9 евро за рыбку, одну не купишь, а кучку покупать уже, вроде бы ничего не купил, а сумма будет большая. Но я уже тут налаживаю связи с местными аквариумистами, надеюсь, у меня все получится, и позже об этом вам обязательно расскажу и покажу. В общем, ребят, если вам интересно, напишите об этом, сделаем подробный обзор этого магазина, тут просто очень интересно. Видимо, прохладно, ну классно. Куча-куча продукции и рыбы, что тоже интересно. В общем, всех обнял, всем прекрасного настроения, всех благ, до новых встреч, пока-пока.